Генеральная ассамблея ООН провозгласила первую неделю февраля Всемирной неделей гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями. В соответствующей резолюции Генассамблеи ООН звучит призыв ко всем государствам поддерживать в течение этой недели распространение идеи межконфессиональной гармонии и доброй воли в мечетях, церквях и синагогах. Казахстан поддерживает своими практическими шагами воплощение в жизнь благородных задач по гармонизации межконфессиональных отношений. К примеру, в ООН нашла широкую поддержку инициативы президента Казахстана по регулярному созыву съездов лидеров мировых и традиционных религий. Среди активных сторонников таких крупных форумов генеральный секретарь Всемирной организации религии за мир Уильям Вендли. Религии принадлежит важная роль в построении более безопасного и мирного общества. И мы должны быть благодарны Казахстану и его руководству за то, что вы являетесь пионерами в международном сообществе, показывая позитивную роль религии в достижении процветающего и безопасного мира. Для всех нас это является уникальным вкладом Казахстана. Всю мою продолжительную карьеру я посвятил поощрению сотрудничества между религиями. И на этом пути всегда чувствую солидарность с вами. Safe.